В мегаполис начали прибывать делегации 42 стран. В пятницу, 26 апреля, состоится третья конференция министров иностранных дел стран-участниц Стамбульского процесса по Афганистану. В связи с чем алматинская полиция перешла на усиленный режим работы. Обеспечивать безопасность гостей города и следить за порядком в дни проведения конференции будут свыше 2500 сотрудников полиции с привлечением более 350 единиц спецтехники. 500 человек и полсотни машин будут патрулировать улицы вблизи места проведения мероприятия. Под особым контролем жители района, в котором пройдет форум, страдающие психическими заболеваниями и бывшие заключенные. Проверены спецтрассы, по которым будут ездить делегаты и гости города Алматы, которые будут участвовать непосредственно в конференции. И были проверены дома, квартиры, офисы, чердаки и подвальные помещения, которые находятся вблизи спецтрассы. Для участия в конференции прибудут 11 министров иностранных дел региональных государств, в частности из Афганистана, Индии, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также министры или высокие представители ряда внерегиональных стран, такие как Швеция, США, Франция, Великобритания и другие, а также 11 международных организаций. На открытие прибудет и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который выступит с приветственной речью. Суть в целом Стамбульского процесса заключается в том, что в формате сердца Евразии заключается в том, чтобы вовлечь Афганистан в экономическую и политическую жизнь региона как равноправного и ответственного партнера. Мы убеждены в том, что безопасность в Афганистане и его стабильное развитие непосредственно влияет на региональную безопасность и стабильность в нашем регионе. В рамках предстоящего форума 25 апреля казахстанская сторона организует международный семинар «Транзитно-транспортный потенциал Республики Казахстан», который охватит вопросы, связанные с текущим состоянием и дальнейшим развитием национальной транспортно-логистической инфраструктуры, и представит комплексное видение о возможностях транспортной системы Казахстана. Айгерим Авдибек, Альфараби Гусенцов, телеканал «Алматы».